Nokia 8800 Sirocco. Замена разъема заряда и аудиогарнитуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 8800 Sirocco». В данной модели разъем заряда и аудиогарнитуры меняются вместе. Блок этих разъемов достаточно подковырнуть металлической лопаткой, и он легко выйдет из корпуса. На блоке находятся контакты разъема заряда и контакты разъема аудиогарнитуры. При установке нового блока он аккуратно прикладывается к корпусу так, чтобы контакты разъемов оказались сверху, и защелкивается несильным нажатием пальцев. Все, разъемы заряда и аудиогарнитуры заменены.